К импортозамещению готовы не только югорские фермеры, но и производители косметики и пищевых БАДов. В поселке Сытомино Сургутского района выпускают коллаген из речной рыбы. Этот продукт обладает значительными преимуществами в качестве, в отличие от зарубежных аналогов. Научно-производственная компания «Велес» первой в России придумала и воплотила инновационное производство по комплексной и безотходной переработке рыбы. Из кожи речной щуки они выпускают «Велес-коллаген» на основе ионизированной воды. Это ценнейший востребованный продукт, который используется в производстве косметики, пищевых биодобавок и медицинских препаратов. Российские предприятия уже закупают югорский коллаген. Активно интересуются им и зарубежные партнеры. Производить коллаген компания начала 2 года назад. Сначала его выпускали только для производства косметики, крема, маски и сыворотки создавали совместно с предприятием Дикороса Югры. После компания запатентовала пищевой коллаген. Он стал основой для продуктов здорового питания и БАДов.